Всем привет! Сегодня у нас 13 июня. Поспевает вот такой сорт шелковицы. Черный гигант. Размер, конечно, впечатляет. Очень рясная шелковица. Очень вкусная, сладкая. Вот так она висит. Дерево большое. Очень сочная, красивая, очень крупная. Такие плоды вообще крупные. Это то, что я тут валом. Сейчас сорву. Попробую сважить ее, какой у нее вес. Вот такая она. О, красавица какая. Ее рясно. Шелковица здоровая, много висит, каждый год плодоносит, очень крупная, прямо вот такими гронами, прям. И вся крупная. Куча сейчас. Нарву. Так, покажу, какая она на вес. Вот какой размер у нее. Сейчас вот спичный коробок положу. Покажу, какая она. Вот такой вот размер у нее. Очень крупная. Сочная, вкусная, сладкая. Какие он здоровые. Вот как спичный коробок. Сейчас попробуем, какой он. Посмотрим, какой у нее вес. 9 грамм. 7 грамм. 8-9 грамм. Такой вот сорт. Ну, просто сказка. Она вот так вот берешь ее. Она сочная. Очень сочная. С ней все течет. И очень сладкая. Просто тает во рту. Вкуснятина. Кому понравился сорт, звоните. Есть черенки на продажу. Сорт замечательный. Кто приобретет, то будет очень доволен сортом. Вот и уйма висит. Это при том, при всем, что каждый день собираем вечером ее, обрываем. Какие он, бомбы висят. Очень крупная, очень сладкая, очень вкусная. Она залеплена, ветки залеплены. 5 штучек на руку. Поспевает, получается. Она начала поспевать неделю назад. И вот сейчас спеет, вот это где-то месяц, будет она постоянно давать урожай. Все, всем спасибо, всем пока.